Ребят, погода отличная, значит, время шашлыка. Приобрели вот такого вот хорошенького барана, молоденького. Сейчас мы его разделаем. Возьмем подходящую емкость. Хороший баран у нас. Сняли мы заднюю переднюю часть. Сейчас снимем саму шею. Все, ребят, разделали мы нашего барана. По килограммам я вам скажу, что он в районе 20 килограмм был. Сложим это все в емкость. Отберем, конечно же, самые лучшие части на шашлык. Ребят, будем использовать на шашлык самую лучшую часть нашего барана. Это вот такое вот каре на кости будет у нас. В народе еще называют пистолетики, если они, ну, как бы не зачищены. Вот так вот выглядят. Для начала займемся нашей приправой. Нужно придать какой-то вкус нашему мясу. Хотя оно, ну, само по себе уже идеальное, но ничего, мы немного его чем-то приправим. Будем использовать где-то пол чайной ложечки. Дополнительно будем использовать щепотку зиры, черный перец и буквально
щепотку соли. Это все измельчим. Вот такая вот труха должна получиться. Вместе с приправами будем использовать репчатый лук. Кладем наш лук в емкость. Для того, чтобы лук пустил сок, его нужно немного помять. Приправим наше мясо нашими приправами вместе с солью. Перевернем на другую сторону. Также приправим с другой стороны. То, что просыпалось, это все не страшно. Сейчас мясом соберем быстренько все приправы. Таким вот образом. Также приправим лук. Это все перемешаем. На дне немного оставим. Начнем укладывать наше мясо. Сверху посыпать будем луком. Оставляем мариноваться наше мясо. Чем дольше, конечно, тем лучше. У нас буквально есть пару часов. Я думаю, это будет более чем достаточно. Ребят, промариновалась мяско. Пару часиков мы ему дали. Сейчас будем отправлять на нашу решетку и будем жарить наше мясо.
очень сочное мясо получилось. Нереально вкусно. Ребят, отличный шашлык у нас получился. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Комментируйте видео, ставьте пальцы вверх. И всем пока!